Офигеть! Мам, прикинь, нас с подпиской смотрят всего 56,7%. Это что, нас без подписки смотрят 43,3%? Да! Да ну нафиг! Это вот получается, почему на канале до сих пор нет миллиона подписчиков. И что делать? Есть у меня одна идея. Какая? Поплатить подписаться тех, кто не подписан. Думаешь, прокатит? Попытка не пытка, мам. Люди, которые до сих пор не подписаны на наш канал, давайте делузно сделаем классную кнопочку подписаться. Делай. Вам это сделать не трудно, а Глайсипу будет очень приятно. Заранее спасибо за подписочку. Хорошо сказал. Спасибо, мам. Кстати, Игорек, а ты что даже не рассказываешь, как на Рождество сходил пославил? Ой, мам, да что-то даже сказать-то нечего. Как так? Ну так вот. Много денег приподнял? Нисколько не приподнял. Так ты чё, а с кем ходил? Костиком. Вдвоём ходили? Так вы чё, мы когда с девчонками ходили, мы 1000 по 10 поднимали за вечер. Фига себе фолтовый, надо было не с Костиком идти славить, а тебя с твоими подлузками с собой взять. А вы во много домов зашли за вечер? Не, мы только в один дом зашли, и после этого дома у нас как желание в другие дома заходить пропало. Чё так? Ну так вот. И чё вам в этом доме дали? В этом доме, мам, нам дали пить. Не продолжай, а как это произошло? Мы пришли, позвонили в звонок, вышел какой-то музыка, спросил, чё вам, детишки? Мы ответили, что хотим прославить, а он сказал, что нифига нам не даст. Мы с Костиком разозлились и назвали его собакой сутулой и побежали. А он догнал нас и дал нам пить. Не продолжай. Поняла я. Ну, сами виноваты. Нефиг было на него обзываться. Ну так-то да. Ну и после этого дома у нас пропало желание идти в другие дома. Понятненько. Игорек, а ответишь мне на один вопрос? На какой? Откуда ты знаешь слово, которое начинается на пи? Не могу сказать. Почему? Потому что я Вальку пообещал, что я никому не скажу, что он меня научил этому слову. Ой. Ах, Валёк, значит, тебя научил этому слову. Не, не Валёк. Ну-ну. Мама, ты куда? Валёк, дома? Дома. Сейчас приду. Ты к нему? К нему. Вальку пи. Не буду продолжать. И так всё понятно.